Всем привет! Съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Мы продолжаем серию библиотека фотолюбителя. Бунимович у нас. Советские фотоаппараты. Здесь уже прямо на обложке написано. Библиотека фотолюбителя. Бунимович. Советские фотоаппараты. Госкиноиздат 1950 год. Что очень интересно, скорее всего, это будет первой книгой серии. Она не номерная, потом пойдут следующие номерные. Здесь мы видим подпись владельца этого произведения, этой брошюры. И справа сверху мы видим карандашный номер библиотечный, скорее всего, внутренний номер библиотеки. Ну вот, Москва, Госкиноиздат, 1950 год, в шикарнейшем состоянии. Ну, Бунимович был очень плодовитым автором. У него было много книг разных. Но это вот информация из книги в книгу кочует, дополняется, обновляется. Ну вот, у нас новая библиотека. То есть мы начали собирать именно библиотеку фотолюбителя, как ее видели создатели этой серии. Еще раз напомним, что съемка велась для канала 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь на этот канал, будьте на нем. Благодарны людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте и до новых встреч. На канале лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока.